Всем привет! Продолжаем гулять по Васильевскому острову. Зашли в арт-пространство, выставка Эрарта. Она находится около ДК Кирова, кто знает Васильевский, Покровской больницы. Здесь, конечно, очень много интересных, таких самобытных, я бы сказал, работ, которые некоторые работы действительно запоминаются, чувствуются. У человека большое будущее. Ну, вообще просто интересно посмотреть, чем живут наши художники, какие картины, какие идеи. Это же здорово быть в теме или хотя бы там просто посмотреть. Итак, продолжаем гулять по выставке, смотрим картины. Здесь представлены картины молодых и, в общем, не совсем молодых художников. Это Светлана Мельниченко, Евгений Ухналев, Давид Плаксин, Алексей Рютин, Рустам Исмагилов, Петр Горбань, Валерий Вальфран, Ярослав Гержедович, Эдуард Шарипов. Но это только те, кого я увидел на бирочках, которые прикручены к стене у картин. Много авторов, которые я не запомнил, поэтому есть возможность прийти и посмотреть авторы, которые представлены на этой выставке. Вот можете посмотреть картины, которые представлены на выставке. Достаточно интересно. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Приходите к нам на Васильевский, в арт-пространство, в арт-выставку, выставочный зал Эрарта. Очень хорошее место, мне там нравится, я часто там бываю. И не только на каких-то художественных выставках, но а также на различных выступлениях артистов, которые там выступают, певцов, ну и так далее. Кстати, там очень неплохой зал. Все, всем пока, всем привет, до свидания, пока.